Неделя сиренев проходит в ботаническом саду третий год. Правда, в этот раз с опозданием, аж на 2 недели. И все из-за погоды. Да и то специалисты говорят, что сейчас еще не пик цветения. Сирень, многие сорта очень интересные, не только своим цветками, которые бывают в полном раскрытии, а еще вот когда бутоны еще, вот даже у них цвет другой совершенно. В прошлом году обрезка была у меня кардинальная кустов, потому что прореживание необходимо проводить все равно периодически для лучшего состояния кустов, для лучшего цветения в том числе. Все это повлияло, наверное, немножко. Но некоторые цветут очень обильно, очень хорошо. Куратора сиренгария Наталью Полякову узнать можно по сиреневой одежде. Говорит, это униформа. Сирень она изучает 20 лет. Именно Наталья Викторовна следит за кустами в ботаническом саду и выращивает новые сорта. Она член Международного общества сирени. Оно объединяет людей с общими интересами, с общей любовью, наверное, к сирене, к сортам. Мы делимся опытом, своими какими-то новыми новинками вот сортов. Особенно, когда новые сорта вот зацветают впервые, которые еще не было у нас в коллекции. Это всегда очень такое ожидание томительное, волнительное. В ботаническом саду 150 сортов отечественной и зарубежной сирени. 7 выведены здесь. Создать новый сорт непросто, говорят специалисты, ведь только первого цветения нужно ждать 5-8 лет. Сорт называется Салават Юлаев. Он не похож ни на один другой сорт. И это да, признали уже даже в других регионах. Мне в этом году сказали, насколько это великолепная сирень. Александра Сергеевна Сахарова, дендролог, ученый, занималась селекцией сирени. Вывела она. Ну, зарегистрирован сорт был в 1973 году. Аромат просто неповторимый, замечательный, особенно после дождя, прямо как концентрированные духи из далекого прошлого. Сирень – это молодость. О юности напоминает, о днях влюбленности, когда ходишь невесомая, воздушная, счастливая. У цветков сорта Салават Юлаев лепестков гораздо больше, нежели 5. А все мы помним примету, чтобы желание сбылось, нужно съесть пятилистник. Вот такой цветок сегодня нашла Мария Николаевна. Счастливый лепесточек, очень мало тут таких. Я долго-долго искал, еле-еле-еле попался мне. Какое желание загадаете? Желание мое... пожить подольше. Таких 5-лепестковых тут очень много, и не только 5, там бывает и до 16 лепестков в одном цветке. Любителям я не советую много ее есть, потому что сирень содержит такое вещество, как сиренгин. Это горький глюкозид, который в больших количествах может быть ядом. В ботаническом саду невообразимый аромат. У каждого сорта сирени свой. Научиться различать сорта, а также полюбоваться сиренью может каждый посетитель. А до 9 июня здесь проходят экскурсии. Начало в 2 часа дня. Алина Таюпова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.